На 25-й сессии Государственный совет утвердил бюджет будущего года. В процессе обсуждения он вызвал много споров и дискуссий, но сегодня большинством голосов был принят. Проект бюджета всегда обсуждается горячо. Главный финансовый документ республики становится главным козырем в противостоянии политических партий. В сложных экономических условиях риторика становится более жесткой. Мы считаем, что бюджет республиканский не решает те вопросы актуальные и насущные, которые сейчас стоят у нас в республике. Это безработица, это обеспечение граждан жильем, это социальные выплаты, пенсии, пособия. На все эти острые актуальные вопросы бюджет не дает ответов. Однако парламентское большинство считает бюджет вполне работоспособным. Он по-прежнему сохраняет ярко выраженную социальную направленность и позволит правительству выполнить все обязательства. Самое главное, бюджет реальный, но он обеспечит нам в следующем году, и прежде всего в следующем году, обеспечит жизнеобеспечение всех слоев населения, прежде всего, будут функционировать школы, садики, больницы, будет ходить транспорт, будет тепло в домах. Это же самое главное. Да, это сначала, и то, и другое сразу не получается. Но если мы хотим жить лучше, давайте лучше работать. Так же, как и в предыдущие годы, противоборствующим сторонам удалось найти компромисс, и закон о бюджете был принят. Большинство парламентариев, независимо от партийной принадлежности, отдают себе отчет в том, что идеальный финансовый документ, устраивающий всех, получить очень трудно. Работать же без бюджета вообще невозможно. В результате республиканская казна 2015 выглядит следующим образом. Доходы 33 миллиарда 368 миллионов рублей. Расходы 36 миллиардов 795 миллионов рублей. Львиная доля средств приходится на разделы образования, здравоохранения и социальная политика.